Такие надо, любую цену скажите. Начинается от 36 тысяч грамм. От 80 долларов. От 80 долларов начинается. Да, до 5000. До 5000 долларов. Вот эти очень красивые. А вот такая сколько стоит вот этот мужчина? А вот это сколько стоит? 273 тысяч граммов, если на долларов 580. 580, вот это очень красиво. Ну, так возит с собой в другие страны. Разные породы дерева, и от этого и цена. Посмотрите, какая красота. Да. Произведение искусства просто. Это, наверное, на подарки делать. Да, на подарки. Да. Подарок. На любой вкус. И маленькие такие. Работа. Это надо мне сейчас дать отбой и этот назад снять это на для Инстаграма. Это сколько отзад? $10. $10 стоит. Что-то Продолжение следует...
Та снігінка взяли, вичали. Вичали. Ты все старые знаешь, да? Нет, не знаю. Колышние, да? Да. Это зеркальце и расческа. Это колышние сервизы. Сколько стоит вот этот? Этот парень? Да. $150, но одна пара. $150, да, 300 долларов, да? Ты слышала? Да. А балерина? Это за 20 тысяч. Вот какой перстень. Давайте на голову сделай, пожалуйста. Ты всегда под камеру идешь, так интересно. Всегда. Добрый день. Добрый день. Много красивых браслетов и старина тоже. Больше. Подпись паспорт, пускай паспорт. Браслеты. Я просто близко показываю тогда. Сколько у вас вот этот набор стоит? 15 тысяч. Это $40. Ну, вот сегодня суббота-воскресенье, и очень много людей приходит сюда. Смотрите, какая красивая. Здравствуйте. Это у вас прямо роспись такая, да? Это моя работа. Ваша работа? Да, я сама делаю. А, ну как, если запачкается... Есть и розового цвета, есть и розового цвета. Не, а если запачкается, то как оно? Запачкается, можно... Спокойно... Можно стирать, да? Да, это акрил. Не стирается, от воды вообще не боится. Ага. А сколько такой платок стоит? Девушка стоит 15 тысяч, а гранатики 12.
И разные цвета. 15 у меня есть скидочки. $30. В общем, $30 и меньше, и больше. Плюс-минус. От 20 до 30. Хорошо.